Нет друга равного здоровья, нет врага злей болезни. Привет, я Даша, и такое коротенькое видео. Мой уход за руками. Ничего сверхъестественного я не делаю. Просто покажу мой любимый крем. Это, собственно, первое, что я хочу сказать, не совсем крем. Это твердое масло для рук от Мыловарова. Потрясающее средство. Наносится на руки перед сном непосредственно. Да даже если захочешь что-то потрогать, после нанесения особо жирных следов не оставляет, впитывается очень быстро, потрясающе влияет на ногти, на укрепление ногтей. С тех пор, как стала я регулярно пользоваться этим средством, они у меня перестали ломаться вообще. И слоиться тоже. Фу-фу-фу. Я только что видео помаду делала. Вообще, без жизни без него теперь не представляет. Это уже моя вторая банка, я где-то уже, наверное, года полтора пользуюсь. Та-да, реклама. Далее. На зиму. Вот мне, мое открытие этого года, мне на Новый год подарили коллеги крем от Oriflame из лимитированной линии Christmas Wish. Рождественское желание, если все правильно понимаю в переводе. Но и оно потрясающе просто на зиму использовать. Оно достаточно плотной консистенции, совершенно бархатная, при этом нежная, моментально впитывается в руки, не нужно ходить вот так вот, расшипелившись, ждать, пока что-то впитается. Пахнет очень приятным вазелином, чем-то таким вот. И мои похвалы, я не знаю, как бы я выжила без этого крема зимой. Вот именно на зиму шикарнейшая вещь. Вот такая. Очень люблю я крема от Ifrashi. К сожалению, мой закончился, поэтому просто куда-то или сюда вставлю картинку. Очень легкий, быстро впитывается, потрясающе ухаживают за кожей. Хватает очень-очень надолго, буквально. Тот, который у меня закончился, наверное, года два им пользовалась. Потом пользуюсь очень часто и хватило очень надолго. Так, и последнее средство, которое я хочу показать, оно подойдет на лето. Это Organic Shop крем-масло для рук и ногтей. Вот такое, как видно, по толщине я его уже почти закончила, пользовалась. Я с ним где-то с сентября, наверное, с августа того года, то есть почти год уже прошел, скоро будет, через лето. Значит, все мы знаем такую ситуацию, когда лето, жарко, до невозможности, что там крем какой-то на руки наносить, даже дышать жарко. Я, допустим, прошлым летом ни разу руки крем не намазала, слишком жарко, вот, а ухаживать-то за ними надо. И вот это средство, мне жаль, что я его только осенью и открыла для себя, пусть и ради. Оно совершенно в жару не... Оно невидимое. Оно не питает, так как традиционные обычные крема для рук. Оно вот, что наносило, что не наносило. Именно в плане ощущений, не в плане... плохо влияет на кожу рук или вообще не влияет, а в плане того, что ты не ощущаешь, что ты чем-то помазалась. И поэтому идет уход за руками, за ногтями, шикарнейшая вещь. Вот что за закон подлости? Скоро лето, он у меня закончился. Ну, почти. Так, это были все мои средства. Не так много. Я честно предупредила заранее. Так что на этом все. Пока-пока, ухоженных тебе ручек.